Всем привет! Вы на телеканале Тиковка ТВ. И сегодня я буду вам показывать, как я гуляю. Искорка! Привет, Рарити. Пойдем скорее за мной. Какой повод? Ты так красиво оделась. Вот сейчас и посмотрим, куда ты меня потащила. Смотри! Что это? Смотри! Новенькая пони. Сейчас мы посмотрим, кто там. Подождем только Эпплджек. Эпплджек. Угу. Девочки, привет, я пришла. По какому поводу вы меня позвали? Посмотри. О, новенькая. Так, я буду вам говорить, куда я встать, а вы давайте. Хорошо. Куда? Направо. Начало вниз. Направо. Налево немножко. Немножко вперед. Вперед ко мне. Ты уже решись. Немножечко налево. Стой. Направо меня вообще не видно. Ой, вот так. Останем так, давай. Отойди. Отойди. Ну что ж, давайте ее распаковывать. Давайте. Так. Берем ножнички. Здесь отрезаем. Так. Сейчас надо как-нибудь надрезать. Вот так вот. И посмотрим, какая же нам поняша попалась. Достаем. Так, вот тут мармелад. Вот такой сейчас я его открою, покажу. Вот. Вот всего тут 5 штучек вот таких вот. Или даже, наверное, 6. Сейчас пока я его сюда положу. И откроем нашу поняшу. Так. Ой, какая красивая поняшка такая лежит. Сейчас мы посмотрим, как ее зовут. Это красивую пони зовут Клёпа. Такая красивая. Она умеет делать йогу. У нее жизнь всегда в движении. Она всегда проводит свое время вместе со своими друзьями. Ее отметочка – это клевер. Вот вся коллекция. Нам попался вот эта вот пони. Вот я положу. Вот это нам попался. Так, ну что ж, Клёпа. Добро пожаловать. Да, добро пожаловать к нам. Спасибо, девочки. Вам это видео понравилось? Да? Тогда поставьте лайк. И давайте я вас сейчас угощу своими конфетами. Давай. И всем пока! Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока, ребятки!